Так, у нас сейчас все хорошо, мы продолжаем, не продолжаем. Можно гитару вытащить, да? Пока нельзя гитары вытаскивать, попросили. Да. Это земная ось просто сработала. Сопротивлялась. Все, можно выдергиваться. Барышня, спасибо большое. Давайте поаплодируем, это было эффектно. Караванова. Просим, пожалуйста. Новгород, как я понимаю, у нас подъехал, да. Нет, он уже был, мы просто записались сначала на свободный микрофон, а потом узнали, что у мастер-класс у Григорьева. Ну, вы знаете, да, мне нечего вам сказать, как бы, я вас понимаю. Для новоприбывших напоминаю, что мы представляемся, говорим город, из которого приехали, название произведения, является ли оно авторским или вы исполнитель. Караванова Вера, Нижний Новгород, автор. Название произведения, если можно. Влюбленный компьютер. Спасибо. Ну или песенка влюбленного. Доктор, я, возможно, не по адресу. Доктор, объясните, как мне быть? Почему зашкаливают градусы и процессор пухнет и кипит? Кулер не шумит, недавно временный, и апдейт с апгрейдом все пучком. Может, обострение весеннее, я с такой напастью не знаком. Доктор, объясните мне болезному, почему всегда, когда-то задает вопросы бесполезные, торможу и висну, вот беда. Я лагаю и дублю на полную, и в ответ несу какой-то бред, и скажу вам, доктор, вещь крамольную. Мечтает о, 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 о
Спасибо большое. Малова здесь. Вот она. Вот она красивая. Встречаем, пожалуйста, аплодисментами. Произведение. Конечно. Малова Марина, Нижний Новгород. Авторская песня «Регги, начни с себя». Поверь в себя, все будет хорошо.